Егор, ну представься, расскажи о себе пару слов. Меня Егор зовут, по прозвищу Морпех. Я здесь уже как дома. Уже какой, который турнир провожу везде. Вот. Сегодня спонсор. Джет-тур. Стрелка Ижевск. Сейчас все бой покажет. Красавчик. Пошли. Где у нас Клим? Клим, представьте камеру, расскажи немножко о себе. Я ничем не занимался, пил просто. Просто показать себя. Нет, сегодня нет. Может, кому привет передать что-нибудь сказать? Всем привет, кто меня смотрит. Все, хорошо, давай, потом после боя подходи за подарком. Правила знаем, мы не знаем. Итак, это стрелка. Времени нет, раундов нет, боец готов. Да. Боец готов, бой начали. Давай! Давай! Раз, два, на Типа летит, типа. Руками дергать начни. Разные не торопите. Егор, сериями. Ручками начинай, ножку заканчивай. Подави. Финты. Дергай. Вот здесь встретить надо, когда летит. С правой надо, левой выше подними, с правой встреть. Не тянись дальней рукой. Вот здесь, ручками нога. Дергай. Ручками. Руку бросай. Разверни его. Оттяни ножки, оттяни таз вперед. Андрей, подножку. Ножки шире, на ногах плотно встань. На него. Поздравляю тебя с красивым боем. Спасибо, красавчик. Поделись немножко эмоциями, расскажи что-то себе. Ну, эмоции, как обычно, меня зашкаливают здесь. Здесь обожаю их выплескивать. Этот адреналин. Я люблю бои, драться, люблю тренироваться. Вот так же. Джетур все помогает. Снимите. Без разницы, с кем драться могу. На любом турнире, в любом месте, с любым соперником. Спортклуб «Легионер», набережные Челны. Оттуда чемпионы выходят. Всем спасибо.